утро на Енисее. Сегодня расскажу вам о том, как правильно помолоть кофе и как его, собственно, потом приготовить. Разберем два основных вида. Помол вот в такой ручной кофемолке и в электронной. Здесь получается крупный, а здесь мелкий. Насыпаем. Это у нас получилась одна порция кофе. Заливаем холодной водой. Я ее специально отставлю предварительно. Главное не полную турочку, а то все потом выбежит. Угу. Кофе помешиваем один раз до варки, потом только когда уже он приготовится. Включаем на максимум. Главное не проследить. Ну а мы пока пойдем заваривать вторым способом. Ну а теперь переходим ко второму способу помола, более крупному. Насыпаем. Начинает закипать, меня научили классные бармены, что его нужно отвести от конфорки, подождать, пока еще раз начнет закипать. И так три раза, как-то он там успевает насытиться собой полезными элементами. Прошло достаточно количество времени, мы можем попробовать, что получилось. Так, этот кофе из турки, и он получился, ну, насыщенный, интересный. Попробуем второй, чтобы сравнить. Такое ощущение, что в турке все-таки вкус как-то больше чувствуется, вот это многообразие ноток, хотя я не супер ценитель кофе, но вот прям чувствуется более богатый вкус. А в турке, в Ручпрессе, он получился такой более классический. Так, разбирайтесь в помолах кофе и прекрасного вам утра!